Всем привет, дорогие друзья, с вами 3D, добро пожаловать в игрушку Контракт Варс. А что ж, сегодня у нас ГШ 18, акция 40% скидка. Давайте возьмем, почему бы и нет, навсегда, конечно же. Я считаю, крутой пистолет. Возьмем его себе. Нам осталось выиграть только штурмовую винтовку НКГ-36. Обязательно с вами приобретем ее. Пока же давайте покрутим рулетку. Что вообще тут может выпасть? СП так нам вообще ни разу не выпадало. Но будем надеяться. Есть шанс небольшой. Камуфляж, ну ладно. Тоже неплохо. Бонус, отлично, бонус. ГП. Ну посмотрим, ребятки. Может быть возьмем. А, только чуть позже. Что у нас по заданиям? Давайте глянем. Нам надо вот эти задания выиграть, чтобы потом у нас появилось... 11 задание, тут можно СП-шки выиграть, это очень круто. Убить 10 противников с вихря. Этим-то мы сейчас и займемся. Убить 30 противников старше 10 уровня лонгшотом, это тоже. Заработать 3000 опыта. Я думаю, это мы все сделаем с помощью вихря и ГШ-18. А что ж, погнали. Я думаю, на ЕТЕ, наверное, стоит пойти. Ладно, пофиг. Мы везде поиграем еще. Не забывайте, ребятки, ставить пальцы вверх. Вот, чтобы больше 100, больше 200 пальцев вверх, если будет, мы с вами будем чаще снимать на Contract Wars видео. Заполнен сервер. Замечательно. Так, ну что ж, отлично. О, мы присоединились и сразу стали випом. Ну ладно. Так, вот он, ГШ-18. Сейчас мы посмотрим его в деле. Вау, вы чё, ребятки? Попроще будьте. Вообще, хороший пистолет, если еще его прокачать. Так, одного сняли. Ну, блин. В общем, примерно показал вам пистолет ГШ-18. На самом деле, крутой, крутой, ребят. Пистолет. Вот так вот, видите? Но все-таки надо убить 200 противников из вихря, поэтому сейчас будем вихрем играть, ребят. Ладно, нам надо лоншоты делать. И даблы для достижения. Я думаю, у нас все получится. Вау, нормально. Старше 10 уровня лонгшотом. Все, я немножко собрался, и теперь будем тащить. Эй, откуда вы стреляете? Да что ты? Кто там? Лонгшотик. Еще один дабл получился. Немножко осталось до достижения задания. Таск. Будет круто, когда у нас будет в таск на наш любимый вихрь. Слишком далеко. Рано или поздно все получится. Да, ну конечно, у него... Кстати, я не помню такую винтовку. Ну, один фиг, это винтовка, она более точная. Ладно, давайте перезарядимся. Да чтоб тебе. Хорошее попадание. Мне надо какую-нибудь позицию другую выбрать. Как-то поближе, что ли, подойти. Так, 200 противников, это не проблема. Кстати, надо выйти. Так будет намного проще. Я как бы это не особо покупаю. Множество выполнения достижений.
и в тасков. А зачем мне достижения? Контрактов. Давайте хотя бы в тасков купим. Нет, достижения там не сильно надо. Ну ладно, пофиг, раз я уже взял. Тут же я лоханулся. Теперь на другую карте придется играть. Блин, я сейчас фиг куда попаду. Так, ты я, ну-ка. Теперь все занято. Ёлки-палки, что я наделал? Хотел в таске быстрее выполнить. Но контракты сильно дорого стоят. 100 ГП, нифига себе. Так, забир играем. Сейчас, как раз, ребятки подтянутся. Тут можно, я думаю, спокойно делать даблы. Кто там? Кто там стрелял? Ты что ли? Отлично. Так, вижу одного. Скоро, кстати, контракт Варс выпускает новую свою игру. Обязательно на нее летсплей снимем. Новый шутер. Я думаю, это будет классно. Тем более мы знакомы с этой игрой. Нам будет проще как-то ориентироваться. Интересно, нам будет... Надо будет заново все оружие собирать. Там реально круто, там можно будет взрывать новые пушки всякие. Блин, не очень быстро перезаряжается. По ногам можно было пострелять. Так, надо смотаться. Чё, дабла не было? Ёлки, кот. Ёлкин кот, блин. Готов еще один зайчик. Попрыгайчик, блин. С откуда вы упадете? Готов один. Еще один готов. Как долго я так смогу протянуть? Они могут с любой стороны пойти. Так, обходим. Блин, слишком далеко. Шторм. Берем ГШ. Так, нам надо, знаете, что сделать? С откуда они идут? Куда-нибудь бросить? Вон туда. Давайте бросим. Смотрите, он очень быстро достает. Это большое преимущество, что он быстро пистолет достает. 10 убили, 10-0. Но с пистолета мы много не настреляем, я думаю. Быстрые перезарядки тоже хорошее качество пистолета. Блин, по голове не могу попасть. Отлично, лонгшот. Один. Мне везет, что они стоят, они не двигаются. Если бы они двигались, мне было сложнее в них попасть. А это наши. Ну и вон я вижу, они с той стороны. Это вообще вип. Вип это сложно будет убить. Теперь гнемся. Убил с ножа випа. Откуда оттуда пойдут? Не могу пока понять.
Причем они пойдут, скорее всего, в нашу сторону. Будут смотреть на меня. Вон они, красавцы. Тут много ямок, это очень радует. Ух ты, бункер! Можно было туда еще попасть. Было шикардосно бы просто. Ну где, не тупи. Блин, убили. С обреза-то легко было убить. Ну, мог бы проул сделать, если бы постарался. Все-таки нам надо с вихря выполнить в таск. Также контракт. Давай, вылазь уже. Отлично, выполнили. 49. Неплохо. Что, еще покажетесь? Ну где вы? Не могу вообще понять, не вижу их. Коллиматор хотелось бы другой. Что-то они не высовываются. Их вообще мало, нас больше. Кинем поддержку, выкурим немножко. Испугаем. Немножко их попугаем. Отлично. 51. Шторм. Шторм есть. Блин, сильно покосячил. Неплохо. Сколько? 26. Один раз погиб пока что. Все, патроны мои закончились. Ну где вы появитесь? Вау, окружили меня. Я не знаю, хватит ли мне 16 патронов. Придется брать пистолет. Дабл, неплохо. С ГШ. Я считаю, очень хорошо даже. Кто там стрелял? Мы их найдем. Не вижу. На этаж ниже. Так где вы, блин? И начинаете настораживать. Он меня заметил. Я знаю. Ну, все, убили. Он зато сейчас с вихрем появимся. А, все, конец. Результат. Сейчас нам покажут. Давайте
Поздравим так. Вот хорошо играл тоже. Люти. Хрен. В общем, если ты меня слышишь, я тебя обязательно в клан бы взял. Плавер. Ну вот этого бы по-любому бы взял. Круто сыграл. Что ж, продолжаем. Теперь с другую команду. Скоро в таск будет сделан, это очень круто. Я рад. Лагов вообще нету, вообще. Эй, кто-то по мне шмалял, я это слышал. Пока не вижу ничего. И не увижу больше. Ладно, это хватит поддаваться. Это была разминка. Чтобы враг почувствовал силу. Но не тут-то будет сейчас. Так, где вы, ёптить-моптить? Ёптиль-моптиль. Они какие-то скрытные. Вон, я вижу, я одного вижу. Я 27 противников убил с вихря, надо 200. То есть нам еще играть и играть, по сути. Да, да как так? Эй! Приятели, полегче будьте. Не мог попасть. Блин. Такой хороший шанс был просто 4-пл сделать. Ну, 3-пл, ладно, хватит придуряться уже. Есть. Квадрокил. Есть 3-пл-кил. Так, попали. По головешке. Еще один готов. Перезарядимся. Прошлый раз они были вот здесь. Ну а теперь я их здесь не вижу. Я их слышу зато. Где вы, ребята? Блин, они за бетоном вот этой фигней. За забором бетоном. Давайте уже, давайте. Я хочу сделать это. Я их не вижу. Я слышу, что они где-то тут стреляют. Блин, зачем я сюда шел? Сейчас назад идем. Теперь где-то там стреляют, вот в той стороне. Сильно далеко, мне до средней дистанции. Только на средней дистанции вихрь хорошо действует. Плохо, плохо, плохо. Это вообще хреново. Ладно, я еще жив, пока мне не попали. Эй, мои фраги! Нифига себе, забрал всех. Сам отставить. Эй, не пугай меня. Давайте обнаружим, где они примерно. Вообще их тут нету. Где-то они далеко, скорее всего. Вижу. Вот головешка торчит. Нифига себе, чуть не убил. Ну, сложно было, конечно. Только в голову надо было попасть. Я умудрился выжить, это хорошо. Чтоб тебе. Если бы был бы более точный наш вихрь, тогда было бы намного проще. Неужели 55?
Блин, живой гад. Ну как так я мог умудриться потратить свое счастье? Да сильно далеко, кого я обманываю. Мне нравится, как он гаша достает. Очень быстро. Довольно-таки быстро, допустим. Видите как? Ладно, не будем баловаться. Каждый патрон надо беречь. Вот видите, добаловался это из-за этого. Если бы я был наготове, я бы явно выиграл. Лучше всегда наготове вихрь держать. Потому что пока его достанешь. Хотя он довольно-таки быстро достает хоть что глок, что вихрь. Вон они, оттуда где-то. Оттуда будет стрелять. Давайте подберемся немножко поближе. Отлично. Дабл не получился, к сожалению. Да где ты? Я, короче, потерялся. Просто потерялся. Ладно, не беда, мы не расстраиваемся, мы просто продолжаем играть и верить в лучшее, верить в надежду, в Леру и Таню. Ладно, шучу. Отлично, 57. Неплохо у меня тут дабл получается. Блин, асфал кобра. Плохая. Штурмовая винтовка. 45 всего лишь убили. Блин, это хреново. Нам до 200 было уже давно-давно убить. А мы даже лучше-то не получаются. Не знаю, спеца сейчас нет, чтобы убивать их. Ну конечно, вип, вип охрен убьешь. А теперь я вип. Теперь повеселимся. Ну давайте, выходите. Только по очереди. Готов один. Давайте кинем сонар. Так будет нам проще. Пытается попасть по ним, смотрите какие. Мне казалось, он прям рядом подошел. Показалось. Хрен попадешь мне, блин, еще. Отлично, еще дабл. Но самое главное дабл сделать. Нужно быстро ориентироваться. Я же сказал, замри. И откуда они сейчас пойдут? Они явно хотят меня прикончить. Я могу просто тупо прятаться. Ха-ха.
Все, убили. Ну ладно, тем лучше. Появились в другом месте. Так, ну и где вы все? Я вижу, там они стреляют уже. Зря открылся. Сейчас по мне тоже шмаляют. Тут наверху, что ли? Я не могу понять. Пип спускается. Убил випа. Блин, подставился. Жестоко. Пока мы только одно задание выполнили. Это очень мало. Что, сзади что ли? Ух! Я даже не заметил. Нифига себе. Нежданчик. Ну и где они? Косой, ну ты косой, как так можно быть? Как таким можно быть? Они далеко были. Тут мне просто не повезло. Вау, надо смотаться, это не очень хорошая позиция. Так, неразбериха какая-то. Такое ощущение, что они стали лучше играть. Какой-то хороший игрок зашел. За ихнюю команду. По мне шмаляет. Вон, я вижу, издалека он в окне сидит. По-моему, поближе подобраться. Отлично, лонгшот есть. Вообще надо лонгшоты делать. Чтобы выполнить уже задание. Да уж. Так, ладушки, продолжаем. Наша задача просто их как можно больше убить. Так это VIP, я его фиг убью. Сильно далеко он. И по мне шмаляет. Надо поближе подобраться. Он с валом был. Вал-то крутой. Автомат. Сейчас на нас пойдут. Не знаю, мне просто нравится и звук его. Ух ты, бомбочка! В нас причем. Явно крутой чувак. Откуда вы там идете? Придерживаемся тактики убить как можно больше врагов.
Блин. Так, 61, неплохо. Чем надо свикра всех убить? Последняя обойма без патрона. Мое место, эй. Чувак, отстань. Чтоб тебя. Так, ну тут можно, короче, вот так сделать. Так, он шот, это хорошо. Нифига себе. Чё, не помню, не стреляли-то? Так, не дур... ну, не дурно я сделал. Так, ну ладно, всё-таки с вихрем мы хотели пострелять. Уже в следующей серии. Давайте в таск бы доделать бы хотя бы. Там уже будет проще с вихрем играть. Че, еще будет такой замес? Все, они уже рядом не появились. Немножко разозлился. Отлично. Что-то в открытую слишком иду, это, конечно, не очень хорошо. Так, ну и где вы? Так, чуваки, мои фраги, куда вы идете? Блин, это я их не фраг был. Тут явно нужна вторая серия, иначе мы просто не пройдем. Где-то по половине примерно вы задание выполнили. Вау, тут опасно. Надо делать более тактичные маневры такие. Ну где вы, эй? Мне вас так не хватает. Да блин, там наших двое. Молодец, боец. Так это что, меня похвалили? Сказали, молодец, боец. Ну, я думаю, что меня. Либо его, либо меня. Я раз на первом месте, значит меня, наверное. Надо верить в лучшее. Наверняка знали.
Блин, ну когда они только возрождаются, уже их нельзя убить. Забываю это. Просто так хотелось. Так, осторожно. Замечательно. Нифига себе, трипл. Ну, дабл точно был, это хорошо. Когда я уже сделаю это задание? Немножечко осталось. Я, кстати, забывал, до скольки счет идет. Готов один. А второй пока что нет. Пока что второй. Чувак, надеюсь, ты его убьешь, эй. Убил? Нет, я так и не убил, да. Выполнил задание. Ё-моё, пока перезаряжался. Достижение выполнил, а вот задание пока что нет. Нифига себе, с бомбы просто всех повалил. Еще немножко и мы выполним задание. Ты вы, выходите, дорогие. Выходите по двое хотя бы. И не стреляйте в меня. Да-да, я не хочу, чтобы меня стреляли. Вон, я видел эту голову, я видел. Она спряталась. Трусливая голова. Ладно, мы пойдем другим ходом. Мы пойдем в обход. Дайте я приду, дайте. Ладно, я... Ну как? Не надо сзади подкрадываться. Ну где вы, эй? Ау. Аушки. Ладно. Блин, это я вот где-то вот там, значит. Я чую. Чую своими ушами где-то тут засада. Так, вот он один. Эй, мой фраг был. Я просто ждал второго, чтобы дабл сделать. Надо было не ожидать, а стрелять. Немножко не хватило. Ну где я еще дабло сделал? Мне пока что только тут хорошо получается. 3000, молодцы, ребята, что поддерживаете. Такая же беда часто бывает, что заканчиваются патроны. Ладно, все, выполняем в таск и заканчиваем на этом первую серию. И сразу после нее будет вторая. Она прям рядом будет, так что далеко не уходите. Убил одного. Молодец. Малый капздец. Добро пожаловать в Тарков. Такой город. У, какая техника. Блин. С дробовика, причем, блин, елки-палки.
Это не та карта, где можно играть с дробовиком. Точнее, где нужно играть с дробовиком. Но он все-таки убил меня. Значит, он все сделал правильно. Да как ты, Сауга, меня нифига себе снес просто. Я продолжаю верить в хорошую надежду. У нас обязательно все получится. Так, придерживайся тактики, просто стреляем. Блин, я бы мог убить, я тупанул. Тупанул немножечко. Слишком далеко. Ладно, одни будут смотреть на випа. Нет, тоже не будут смотреть. Оу, с АКМС. Он довольно-таки пробиваемый. Чтобы мне было немного шансов. Так, один готов. По мне, что ли, шмаляют? Эй. Фига себе. Вон, шотик. Подбираем нужную позицию. Ну кто-то по-любому должен был быть, но я его не вижу. Такое ощущение, что они шли там, во враги. Так, ну хоть убил его. Как у Юрки был. Вон они, я понял, где они. Не получилось сделать дабл. Такой хороший шанс был. Я его упустил. И опять упустил. Бывает же такое огорчение. Главное не торопиться, не суетиться. Тогда все обязательно получится. А я что-то тороплюсь и стреляю. Целую очередь. Это плохо. Я когда стреляю целую очередь, конечно, не попаду в цель. Если я даже маленьким очередями буду, тогда попаду. Ну, зря я так залез, высадился, знал же. Чем тогда делаю? Нифига себе, смотрите, у него скоро прошка будет. Везет тебе. Хорошо играешь. Ну, прошка есть, нет? 19. Еще один, просто интересно. Справится, нет? Ну, давай, покажи свой класс.
Я бы тебя взял. Немножко я не дотянул. Тебя взял в клан, если ты хочешь. Прям лонги идут. Лонги ходят. Что я несу? Блин. Автомат, да, пистолет ГШ. Где вы? Парни, выходите уже. Хватит там. Трусить. Трусить. Ладно, хоррэ, завязывайте уже, ну. Шнурки в своих ботинках. Там вип, это очень опасно. Так, есть лонг. Или хэд был, я не понял. Надо смотаться. Не будем рисковать. Как он ее вообще снял, я не понял. Через бетон, что ли? Дабл-то был, не было. Да это VIP, ёлки-палки. И у нас SSV98. Не очень удачный выбор. Мне кажется, на этой карте. Тут лучше тут на среднюю дистанцию. Очень подходит какие-нибудь штурмовые винтовки. Ну, точно, может, даже АКМС. С коллиматором или... С увеличением взять что-нибудь. С оптикой. Готов? Не везет мне, не везет. Вообще не везет. Второй не попался. Ух, НК-417, хороший автомат. Как вы видели. Как вы уже видели, да? Надо к ним поближе подобраться. Можно сделать вот так даже. Отомстить им немножечко. Они испугаются, побегут назад. Тут я буду их ждать. Да блин! Если мне сейчас не получится, я не знаю, что я сделаю. Трипл. Нифига себе. Еще дабл один. Дайте мне такую возможность. Блин, не дали. Ну, трипл, конечно, это круто было. Расстрелялся там, блин. Вот один прицельный выстрел, и я держу уже. Дайте мне еще возможность такую реализовать. Я там уже просто стрелял по ним. Трое выползло. Опасно, опасно, надо ближе подходить. Блин, я еще не перезарядился, это хреново, давайте перезарядимся. Тоже возможность хорошая была сделать дабл хотя бы. Упустил. Слишком далеко, кого я обманываю. С вихра невозможно. Он на средних и ближних расстояниях очень хорош. Но не на дальних. Причем на средних, действительно на средних, не на дальних средних, а вот на малых средних расстояниях.
Опять я лоханулся, ёлки-палки, шмоталки. Все, успокойся. Соберись. Соберись, тряпка. Соберись, давай. Давай же задаем жару. Как это страшно. С откуда вы пойдете? Не могу понять. Блин, ё-моё. Ё-моё, надо опять обходить. По такой же тактике. Бизон. Он меня преследует, меня постоянно убивает. Тоже возьму бизон, достали уже. Потому что он действительно крутой, я не ошибался. Я думал, он плохой, но меня постоянно из него убивает. Может, Динович? Ёлки, шмоталки. Вау, неужели я выполнил? Ну, наконец-таки. Это, в принципе, мне только это надо было. Давайте выйдем. В таске есть, неужели? Ох ты ж, блин. Теперь мы поугараем. Теперь мы оторвемся, ребят. Ну что, давайте на этом серию закончим. Сделали в таск на вихрь. И будем наслаждаться следующей серией. С вами был Даридий. Всем до скорого. Пока-пока. Ждите следующей серии.